Знаменитый бар Фали Бержер. Больше всего знаменита эта картина тем, что писал он Викторина Миран, а получилось у него Берта Моризо. Потому что он очень любил Берту Моризо и очень хотел, чтобы она стала его возлюбленной. А Берта Моризо хотела выйти замуж как порядочная женщина. Она хотела только замуж. Она не хотела быть любовницей, она хотела быть женой. А он был женат и развестись не мог никак, потому что был очень многим обязан своей жене. И тогда Берта Моризо вышла замуж за его брата. И вот поэтому писал он одну, получилась другая. И эта другая, как вы видите, в этой картине грустна. Да? Потому что там есть внутренняя вот эта история. Мы говорим, что импрессиониста нет у них нарратива. Но внутренние истории никто не отменяет. Дальше. А это Эдуард Мане написал своего друга Клода Мане, который сидит в лодке и пишет какие-то этюды. Ну, как вы видите, все импрессионистично. Такой, я бы сказала, это пир ультрамарина. Ультрамарин – синяя краска, которая дается здесь полную силу. Как вы видите, бок лодки. Мы же с вами понимаем, что обычно он черного цвета, да? Но художники не видят фотографически, не видят живописно все, что у них перед глазами. И поэтому борт лодки такого абсолютно ультрамаринового цвета. Дальше. Ну, мы с вами говорили о кувшинках, мы с вами говорили о Клоде Мане. У нас не очень много времени, но все-таки вот здесь задержись, я расскажу очень интересный момент по Клоду Мане и о замечательном музее Оранжери, где прекрасная коллекция. Музей Оранжери находится в таком треугольнике: Лувр, Дорсе, Оранжери. Это недалеко все в Париже, это все в одном треугольнике. И этот музей Оранжери, чем он интересен? Он называется Оранжери, потому что там была оранжерея, где росли мандариновые и апельсиновые деревья. И туда бегали плакать королевы. То есть это оранжерея, в которой ее построили вот как оранжерея для таких цветущих деревьев. И когда у королев с их венценосными супругами как-то не складывались отношения, они бегали плакать в эту галерею. Там никогда не было живописи, это была абсолютно ботаническая часть Лувра. И вот в новое время там возникает музей, который оставляет за собой название, которое было прежде. И этот музей прекрасно вписывается в парк Тюильри, который просто подступает к этому музею Оранжери. И когда ты входишь в этот музей, если идти вверх, ты попадаешь в овальный зал, где находятся кувшинки Мане. Вот представьте себе, зал примерно раз в пять больше, чем то помещение, где мы находимся. На стенах овально размещены кувшинки Мане в разное время суток, в разное время года. Посреди два ряда банкеток, которые стоят напротив друг друга. Но если я встану, я могу, я попадаю в это сумка. Я просто встану, чтобы это лучше объяснить. Вот представьте себе, большое пространство, на стенах этого овала вписанные кувшинки. В центре зала две такие вот банкетки. Мы заходим с моей группой, с которой я приехала в Париж. Японцы сидят, любуются. Но я же знаю уже по многолетнему опыту и только что мы видели в Лувре, как японцы огромной толпой возле Джоконды Моны Лизы. Я понимаю, что, наверное, придется подождать, пока они налюбуются, не уйдут. Вообще, любование для японцев – это время долгое.
Можно стоять сколько угодно, до вечера они могут сидеть и любоваться кувшинкой. Но японцы, как всегда, меня удивляют. Всегда. По сей день. Они видят, что зашла группа, среди этой группы много, я часто езжу с старшеклассниками. Много, ну как бы для них детей, да? Они посмотрели, зашли дети. Они поклонились нам, встали и ушли. То есть мы налюбовались, пожалуйста, welcome. И мы сели и любовались этими кувшинками. Передать вам ощущение невозможно. Оно какое-то вне времени и пространства. Это такое ощущение, как будто ты плывешь в этом пруду Жаверни, где жил Клод Моне. И как будто ты где-то плаваешь на листе кувшинки, как дюймовочка. Это совершенно прекрасное ощущение. Еще по импрессионизму. Вот если вы будете в Париже с целью насмотреться, напитаться живописью счастья, вам надо иметь в виду, что вы должны посетить три музея. Первый музей – это Дарсен, где Моне и вся Ботиньольская банда. Второй музей – это Оранжери, где кувшинки Моне и много Ренуаров, много Дега. И так далее, и так далее. Там достаточно много импрессионистов. И третий музей, где восход солнца впечатление, и вообще он весь наполнен работами Моне. Это Марматан Моне. Но он находится не в центре Парижа, поэтому туда надо специально ехать. То есть для восприятия вот Парижа импрессионистического нужно попасть в эти три музея. Мы с вами знаем, что среди вот этих великих художников был еще один. Сейчас вы мне его назовете. Пожалуйста. Стоп. Кто это? Ренуар. Ренуар уникален тем, что его видение натуры, его ощущение счастья от того, что он любовался женским телом, абсолютно передается тебе. Ты когда смотришь на картины Ренуара, ты наслаждаешься вот этим ощущением совершенства, что Бог создал каждого из нас с вами и тех женщин, которых писал Ренуар. Это «Освещённое солнцем», эта картина находится в Дарсе. Дальше. Вот один тоже из таких вот легких пленерных этюдных вещей, где его жена в полосатом платье на переднем фоне с зонтиком. А почему я говорю, что это пленерная вещь? Почему я говорю, что это тоже этюдная вещь? Скажите мне, пожалуйста, откуда я это знаю? Откуда вы это знаете? Какими мазками написана эта работа? Вы видите, что она написана как вот такой вот набросок, только набросок живописный. Как будто этот набросок делали с помощью живописных приемов. Леночка, тебе видно, как человеку, который пишет? Ну, значит, продолжаем обучаться. Дальше. Ложа. Это одна из моих любимейших картин, которая описывает мгновение дама полусвета с молодым человеком, который смотрит в бинокль, кто там пришел, кто как одет, нет ли знакомых, смотрит в театре, и мы видим, у нее рука в белой перчатке лежит на бархатном бордюре ложа. А вы понимаете, что эту картину можно рассматривать с любой точки? Вот есть некоторые картины, для которых только отойти подальше, и все, и ты ее воспринимаешь. Но ложу можно смотреть с любого положения. Она так написана удачно, что для того, чтобы понимать вот это вот живое дыхание жизни, интерес этих людей, которые пришли в театр по-разному, то есть партнеру этой дамы интереснее люди, которые пришли в театр,
А ей что интересно? Что происходит на сцене, правда? То есть она ради спектакля пришла. А он пришел как бы посмотреть, кто еще из знакомых будет в театре. И вот когда смотришь на эту картину с любой стороны, у нее такое удивительное свойство, что она производит впечатление, в каком бы углу зала мы ни находились и не смотрели на нее. Великолепно. Обратите внимание, как Ренуар умеет работать с белым цветом. Он у него не белый, а какой? Фарфоровый. Какой? Фарфоровый. Фарфоровый, совершенно точно. То есть в нем все оттенки, и голубой, и розовый, и сиреневый. Но опять-таки, я вам говорю, вы смотрите на слайд, и, наверное, думаете, боже, что она рассказывает. Надо смотреть живую картину. Когда смотришь живую картину, это все в глазу появляется.